Добрый день, с вами компания «Кровмонтаж», и меня зовут Мороз Алексей. Мы на очередной, а вернее заключительной серии «Гладкой печи» в московском регионе. Эта серия заключительная. Мы начнем с того, на чем мы остановились, с обзора, так сказать, кладки, дымоходной трубы, всех узлов сопряжения с потолком, с крышей. И закончим контрольной топкой, собственно. Но вы видите то, что в прошлой серии щиток, в принципе, был построен, но ну, там без некоторых элементов, да, там верхних вот, для красоты. И не было щитка, который идет на второй этаж. Вот, пожалуйста, вы можете смотреть, Сергей Иванович и его команда доделали верхний щиток. Сейчас мы поднимемся на второй этаж, посмотрим, как там устроено. Ну, непосредственно здесь могу сказать, вот чем мы там заизолировали, скажите, пожалуйста. То есть от, потому что этот самый щиток или дымоход будет, чтобы не соприкасался с потолком, да? Да, это материал, негорючий материал, изоляционный, базальтовый. Значит, сделали горловину вовнутрь трубы. Мы поставили трубу металлическую, миллиметровку, 180 в диаметре. Значит, прогнали полностью перекрытие кирпичом, также делали изоляцию, ну и выгнали уже на второй этаж. Сергей Иванович, понятно, меня вот не устраивает, вот это что, это базальт, да, или что это? Да, это именно вот этот слой базальта, который идет изоляция. Ну, я понял, это, так сказать, уже элемент отделки мне интересует. Я могу эту щель вот закрыть? Да, можно закрыть, оставить маленький день, 5 миллиметров. То есть я могу, грубо говоря, деревом этот зазор закрытия сантиметр оставить, да? То есть, ну да, сантиметр можно оставить или проложить там же такой же материал, вот, и тогда уже закрытие. То есть все, вот это меня беспокоило. То есть понятно, что здесь уже будет гостиная и такой неприглядный вид. Но это я сделаю, у меня еще предстоит отделка здесь, этот элемент мы заделаем. Сейчас поднимемся на второй этаж и посмотрим щиток на втором этаже. Вот, дорогие друзья, мы оказались на втором этаже. И непосредственно щиток вот выведен. Сергей Иванович, подхватывайте мысль. Сколько каналов и так далее. Да, здесь у нас три канала. Значит, сама труба выходит, поднимается, опускается. Поднимается, выходит на боров, идет в трубу. С этой стороны мы поставили прочистные дверцы. Мы их сделали сами из кирпича, вырезали. Обточили, да? Вот? Да, обточили. Вот старинку делали вот такие прочистные дверцы. Ну и внизу тоже та же идет прочистная дверца, так как здесь падающий канал. И, ну, в принципе, прочищать это перспектива не скорая. Там не, раз, не так часто, да. Да, раз в 5-6 лет. Там. Можно просто выбить, там на глине все сидит. И потом опять на глину посадил, поставил. Здесь мы прогнали, значит, установили трубу, вот, сэндвич-труба, так как у нас низкий потолок, и кирпичом проводить полностью, и там у нас балка находится, как бы очень сложно, и мы можем... Не балка, а яндовая, наверное. Яндовая, да, это вы коленом поворачивали, да, от яндовой? Да, да, отвели, сделали коленом, вывели. Также вот этот ППУ. Так, скажите, пожалуйста, я вот, у меня уже будут ребята, отделочники, производить отделку потолка, там подбивать вагонкой. Это просто они подвинут и саморезами вагонку прикрутят, правильно? Да. Сюда уже может подойти вагонка и уже закрепляется. Ага. Здесь уже нагревание. Понятно. Такое. И у вас там идет на выход труба сэндвич утепленная. Да, правильно? Сэндвич утепленная. Ну и та же, когда вот будет вагонка ложиться, здесь нужно будет проложить базальтовый. Так, а это, в принципе, я ламинат у меня будет, я могу впритык, да, подходить? Ну да, уже впритык и оставить. Сантиметр, да? Сантиметр оставить. Сантиметр. И можно, да, плинтусом потом прогнать. Плинтус не подходить мне, да, к плите, то к кирпичу. Ну, нежелательно. Нежелательно. Сантиметр. Если что-то вот такой же материал, его надо будет поставить кирпичу, плинтусом подойти, а потом уже подрезать сам базальт. Так, ну что, дорогие друзья, сейчас будет производиться, ну, самый апофеоз. Мы спустимся и произведем контрольную топку. Пойдемте за мной. Ну что, дорогие друзья, вот мы находимся в моей кухне. Сергей Иванович забросил там картонку пока растопить. И сейчас расскажет,
Потому что при растопке печи, когда она именно холодная, там зимой, тоже есть определенные, так сказать, нужно иметь, ну, знание, как ее растопить, и чтобы не возникали там вопросы. Потому что бывает задувает дым и так далее. Вот я лучше передам слово Сергею Ивановичу. Да, правильная растопка, на самом деле, если вы правильно сделали, тогда у вас не будет задымления, не будет пробки в трубе. Для этого нужно пробить пробку. Как ее сделать? Можно найти верхнюю подувальную, то есть прочистную дверцу, например, в той комнате. Вот, поджечь бумажку туда бросить. Можно открыть летний ход, как я сейчас сделал. Там я открыл короткий ход, можете посмотреть в предыдущей серии. Вот, взять картонку, она не дает много дыма, но дает много огня. Вот, и вы можете растопить сперва картонкой. Если вы топите газетой, то газета много дает дыма. И забиваются каналы, и вам потом сложно, если дым поднялся, а труба у вас холодная, вот, то все, образовалась пробка. И вы не можете ее пробить. Вам надо будет подождать какое-то время или поставить вентилятор, продуть ее. Вот, если вы правильно сразу сделали, растопили картонкой, вот, или ячейки из-под яиц, тоже очень удобно. И после этого бросаете уже сухие палочки. Вот. Печка у вас холодная, протопили где-нибудь часик. Маленькими там палочками. Это, заметьте, на летнем ходу, правильно? Да, на летнем ходу. То есть не через щиток, а, грубо говоря, через топку сразу выходит на дымоход. Вам надо прогреть саму печь и щиток в течение получаса, правильно? Чтобы канал нагрелся. Да, даже можно желательно и дольше. Сухими дровами, потому что печка холодная, если вы откроете... Вот, ну и сразу не сможете прогнать. Вам надо будет постепенно закрывать летний ход, постепенно закрывать. Ну, по мере нагревания. Да, и потом уже у вас дым постепенно уже будет ходить уже по каналам и пойдет уже в трубу, уже будет нагреваться щиток. Тогда у вас печка всегда будет целая, не будет треснутая. Вот, и вы не будете предъявлять претензии печенькам, говорить, что у тебя печка рассыпалась. По неправильности протопки. Вот. Получается такая проблема. Ну вот сейчас мы тут положили вчера эту печку, закончили сегодня. Печка сырая, у нас печь топится идеально, без всякого задымления. Также правильно, если вы захотели... Я могу кинуть бросать? Да, вы можете бросить ее. Да, если вы захотели... Сейчас, дайте я покажу. Если вы захотели закрыть дверцу, то надо будет открывать подувальную. Ну, здесь есть такая подвижная сторона, открываете, вполне хватает, тянет. Если вы захотели открыть топочную дверцу, вам надо обязательно закрыть нижнюю часть, так как поток воздуха уже будет заходить от дверцы. И постепенно, не надо резко открывать, чтобы дымок выходил. Вот, открыли, все, и у вас дым уже, то есть воздух пошел в трубу, в печку, и без всякого дымления. Да, хорошо, дрова трещат. Ну, как видите, дорогие друзья, печь реально работает. Тяга идет на летнем ходу. Еще раз говорю, что печка у меня на гарантии. Сергей Иванович говорит, даже тут не стоит сомневаться, он всегда на связи. Я могу любые вопросы, если что-то мне не понравится, или позвонить ему, выяснить, все он исправит и так далее. И в заключение хочу сказать, что если вам понравилась работа Сергея Ивановича Иванова и его команды, обращайтесь, вы знаете, на наш канал, выходите по сайту, по телефону, мы всегда предоставим контакты печника, если понравились его работы. До следующих встреч на нашем канале. С вами был Крохмонтаж, меня зовут Мороз Алексей, и Иванов Сергей Иванович, печник. До новых встреч!